Система управления городом, она была заложена, начиная с 1994 года, и мы ее соблюдаем. Что нового, на мой взгляд? Я считаю, что у нас команда более открытая. То есть вот ни по одному решению у нас нет вопросов, которые бы решались кулуарно. Жизнь подсказала сама, что общественность и некоммерческие организации надо вовлекать активнее в решение всех вопросов.